Мы сегодня будем пробовать аэробику. Вот, лишь делать с ним все, что хочешь. Я могу все, но у меня очень короткие руки. Это вам не эротика. Ты строгая, да? Я, да. Ты тигрица? Ха, повернулся. Я вообще влюблена в этого чувака. Привет, ребят. Здорово, Ильич. Здорово, здорово. Скажи, что происходит вообще? В общем, я не знаю. Мне вчера Саша написал, Селиванов, вот, который снимает. Да, говорит, сейчас пойдем к Лизе Исаевой. В общем, мы сегодня будем пробовать аэробику. Короче, ребята, пока мы ехали, Лиза Исаева попала в ДТП, поэтому она заполняет какие-то документы, а мне разбили голову хейтеры. Короче, видос сегодня будет такой творческий. Брат, ну пока Лиза заполняет документы, пойдем знакомиться пойдем, с подругой. Пойдем. Я люблю. Да, привет. Слушай, ну, короче, Лиза пока занята, давай с тобой познакомимся и начнем тренировать Ильича. Давай. Че, ну давай. Егор Ильич. Егор Ильич. Скажи, что мы дипломированные специалисты. Мы дипломированные специалисты, мы закончили Лесгов-то. И сейчас покажем вам классную аэробику. Как звать-то? Катя, я. Катя, пойдем. Пойдем. Врывайся. В общем, это самый жесткий парень у нас на самый канале. Жесткий. Самый жесткий. Но по нему не скажешь, потому что он пропагандирует спортивное питание. Короче, он может делать вообще абсолютно все. Он может присесть Отлично. Тысячу раз за подход, он может делать сальто. Как Давидыч, да. Вот, Ильич, делай с ним все, что хочешь. Сейчас мы будем изучать базовые шаги аэробные. То есть то, из чего будет состоять потом твоя программа. Садись. На что? Нет, на попку садись. О, отлично. Ручки ставим вперед перед коленкой. У меня, короче, смотри, вот сейчас. Говорят, фишка. Ты можешь все. Я могу все, но у меня очень короткие руки. Я серьезно говорю. Это ничего страшного. Я буду хлопать, и потом ты начинаешь поднимать ноги. Тянем нас. Какие подъемы, а? Видите? Какие подъемы? Какие подъемы, или и поднимаем ноги. Вот так нет, я тебе говорю, я не умею. Вот сюда. Поднимаем ноги. Раз. Эй, руки не отрываем, руки-то держим. Только ноги поднимаем. Три, четыре. Носочки тянем. Семь. Ай, хорошо. А ты строгая, да? Я, да. Вот так? Да. Чувак, можешь поднимать? Попробуем поднять ножки. Так я не подниму. Ну попробуем. Да покажи сама. Почему ты не взлетишь так, слышишь? Покажи еще раз. Почему именно то, что мне получается хуже всего? Давай. Ильич, давай, бомби. Я не могу. Ну, чуть-чуть. Я могу вот так. Давай, вперед ручки. И поднимаем ножки. Раз, два, шесть, семь. Держим. И вот так, раз, типа? Два, три. Просто классно. Теперь грибочки. Поднимаемся. Поднимаемся на руках. Пытаемся. Да у меня короткие руки. Три, четыре, пять. Отлично, держим. Раз, два, три. Вот, молодец. Это было классно. Ты такая счастливая, когда да. Когда тебя мучают 15 лет, ты потом начинаешь получать от этого удовольствие, видимо. Вкладочку тянем. Сейчас будет высокий уголок. Тянись ко мне, давай. Давай, дорогой, давай. Ильич, тут будет романтическая музыка, Ильич. Ильич. Носочки нормально? Носочки хорошо. Это лучше всего у тебя получается. Покажи высокий угол. Вот сейчас он будет пробовать в подожди. И сколько ты так можешь сидеть? Не знаю, ножки заболели. Братан, в принципе, ты уже можешь ничего не делать. Мы тут контента сняли нормального. До видоса хватит. Ладно. Давай, брат. Давай пробуй. Я рядом. С чего начать? Вот отсюда, да. Пробуй поднять. Или вещь. Блин, давай так. О, это было круто. Держись теперь. Слушай, может, ну, постарайся на полную. Он такой еще не может. Вот я сюда, говорю, сюда ехал, и я думал, только не эти штуки. У меня короткие руки, просто посмотри, вот. Ну, типа, все. Потому что спину нужно округлить, и тогда... Вот. Ладно, вылежит потом. Вообще, расскажите нам, девчонки, ну, про аэробика. То есть, я думал, что аэробика раньше, что это, ну, фитнес-центры, там, а девчонки. Еще многие думают, что это аквааэробика. Да-да. Но расскажи, что это вообще такое. Но на самом деле, это нифига не это. Это гимнастика, вид гимнастики. Там используются гимнастические элементы, акробатические, пирамидки, связки, хореография. Короче, что там только нет. Давай сейчас ты покажешь пару крутых элементов. Я понял. Ты понял, да, Ильич? Повторяй. Лиза, есть предложение? Егор Ильич,
У нас как бы артист цирка профессиональный. Надо сделать ему программу. Он ее выполняет, зачет, не зачет, и мы уходим. Ну да, да, отлично. У нас должен быть судья. Киря, смотри. Ты будешь судить. Если будет не зачет, тогда мы возвращаемся окей. сюда и повторяем. Добро, добро. Давай, мужик. Давай рамку. Взрывная рамка. О-о-о. Моя любимая. Сгибай руки, а там... Слушай, это «Привет, Игорь Войтенко» называется элемент. Отлично, супер. А, давай Бенсон. Бенсон, да. Это, короче, вот здесь уреза, ручки согнуты, ножку кладешь. Так, ты прыгаешь, и потом ногу Бенсон. О, гладко. И... О, о, супер, отлично. Идет. Так, мы, по-моему, учили вот этот элемент. Нет. Нет, мы не, я не показывала в прошлый раз. Встаем. Зашагиваешь. Этой ногой машешь назад. Крутишься. Все, в этой плоскости поднимаешься. Так, нога только не отрывайся от опоры. Поедете, смотри, помогу. Давай, помоги. Шагаешь. Опа. Да. Идеально. Yeah. Идеально, брат. Работаем. Сейчас будет так. Что, перекидной. Ты делаешь шаг правый, шаг левый. Руки замахиваются. Подводящий, да? Поворачиваешься вот так. Супер. А теперь замахиваешься. Сделаешь шпагат. Ну ладно, пойдет. Пойдет. Бенсон, он у нас знает, что такое Бенсон. Ёпта, чё? Я понял, я тот, кто его не сделал. Я был тот, кто его не сделал. Нет. У тебя хорошо было. Ну, там был фаворит, я забыла его имя. И Виктор Крючков. Да. Очень хорошо, брат. Очень хорошо. Ильич готов к связке. Включайте музыку. Мы еще опустим парочку переходиком. Стоишь на двух ножках, вправо вперед. И опускаешься в правую сторону. Вот так. Приседаешь, да. И перекручиваешь, садишься на пол. И уголочка. Да я не умею. Уголочек. Отлично. Все нормально. Еще тут паникуешь. Может сложнее. Я чувствую, что он может сложнее. Давай только не сломай мне его, окей? Вот отсюда, вот. Только просто на руках. Ебой. Это круто. Слышь, пацаны, у нас мы, кстати, втроем будем неплохо выглядеть. Чисто все страунные. Ты с ногой, ты с рукой, я с головой. Короче говоря, ребят, сегодняшнее жюри, это мы будем втроем. Мы решим, прошел ли и Егор Ильич наш тест. Кстати, друзья, я придумал новую кличку для Ильича. Она звучит так. Ильич по кличке Джаггернаут. Если вам понравится это, пишите в комментах. Новая кликуха для Ильича, мужики. Это идеальная кликуха. Это который из Люди Икс такой, с большой башкой. Это идеально. Я не знаю, что такое Джаггернаут, чувак. Но это идеальная кликуха. Начинается все с подачи. Как вышел, так и выступил, собственно. Окей, это я умею. Угу. Давай, встал, ручки натянул. Носочки с подъемом шагаем. Левая ручка вперед. Или подсказывай. Ну, главное, носочки тяну. Да. О, не надо маршировать, просто шагаем. Поворачиваемся. Оп. Выставились. Оп. Отлично. Просто супер. Встаем дальше в начальную позу. Давай в такую. Такую. Задумчиво, типа, да. О, задумался о аэробике. Да, да, да. Так, я вышел, короче, такой сделал. О. Потом здесь я такой встал. И бой. И уголок. Да, и вот сюда его, да? Да. Идеально, Ильич. Потом отсюда можно уже вот эту штуку, типа... Геликоптер встать, да. И давай отсюда вот так. А потом голова. Ха! Да, вот, экспрессия, чтобы была, да. Ты тигрица? Ха, повернулся. Отлично. Окей. Дальше встаешь и что-то делаешь, что Лиза тебе покажет. Кать, ну что? Что? Что происходит? Вообще не понимаю какого-то чувака бородатого привели. Покажет, научи его аэробике, говорят. Тебе же диплом дали, ну, ты должна скажи, это... Скажи, у тебя были такие ученики бесперспективные, как Ильич? Или, ну, не называй его так. Не называй. Очень перспективный. Ты полюбила его уже. Да. Сейчас мы высвободим Лизу, и она его научит. Короче, ребята, у нас Лиза попала в ДТП, поэтому мы идем посмотреть, как там дела, что с тачкой, и вернемся к нашему аэробика батлу. Лизок, что там с машиной? Ну вот, оформляем. А где удар? На самом деле не сильно, но тем не менее.
Нормально. Лиз, ну я тебе скажу, на нашем канале было многое, но ДТП, аварийные комиссары, вот это первый раз. А мы уже потихонечку уходим в автоблогинг, поэтому вообще все в тему. У тебя каска или ОСАГО? У меня все. У меня мама страховой агент. А, то есть все прикрыто? Папа автомеханик. Все нормально. Бабушка тоже была страховым агентом, и тетя. Ты почему не страховой агент? Я спрашивала, что-то знаешь, как этот вопрос уминается. Такая, мам, я хочу устроиться к вам. Такая, подожди. Давай, покажи начало. Лиси, покажи. Я буду обозначать просто, не выполняю. Я такой иду, короче, такой пришел. Тут я такой, окей, потом сюда, оп. Тут я сделал шаг. Вот сюда. Переход. Вот так. Потом тут что я делаю? Угол. 21-22. 21-22. 21-22, да. Потом отсюда. Как-то вот так. Встал, опять съел. Так, дальше смотри. Да ему ж хватит, слизенька. Ну, давай он сделает дорожку так, хотя бы. Да. Ты встал вот эту свою. Да, сразу джек. Джек. Встал ножки вместе. Ножку, да. Потом давай этот выпад. Так, давай потом повернуть. Потом давай мы сделаем с тобой вот такое плечико и движение. Алекс, ты же из Мексики, да, приехал к нам? Да, вообще. Что скажешь о русских аэробика-студиях? Слушай, ну прекрасно все, смотри. Особенно у Ильича вообще пластичный всех получается. Чемпион. Чемпион. Чемпион у всех чемпионов. Прирожденный. Так, Катюш. Ильич все понял. Сейчас на арену выходишь ты, делаешь это первое, и потом против тебя выходит Ильич. Итак, друзья мои, сегодня у нас официальные соревнования по аэробике, и сражаться у нас будет Екатерина Пыхтова, чемпионка Европы, чемпионка мира против нашего безумного маньячелы Ильича по кличке Джаггернаут. Как думаете, кто победит? Поставьте это видео на паузу и напишите в комментах, кто затащит. Ильич или Екатерина Пыхтова? Я ставлю на Ильича, пацаны. Я готова рвать всех. Хочешь, я замотивирую? Давай. Действуй. Уже? Все? Музыка готова? Да. Судьи готовы? Да. Иря, ты что там рисуешь? Ты готов или нет? Я записываю номинации. Итак, на сцену приглашается Екатерина Пыхтова! Давайте предварительно выслушаем судей. Все скажешь. Ну, я как бы написал восторг, ребят. Восторг. Тут без вопросов, я так и написал. Восторг. Восторг есть. Да. Но сейчас Ильич может изменить твое мнение, мужик. Алекс, все скажешь. Эксцеленте. Эксцеленте. Синко стрейс. Понял, брат. Ну, это подруга, ты не можешь ее оценивать. Ну, да, да, да. Ну, мне кажется, Ильич сейчас. Ты просто веришь в Ильича? Конечно. Все, нормально. Так. Судьи готовы? Да. Да. Поддержим. Итак, дамы и господа, на сцену приглашается мастер по аэробике Егор Ильич по кличке Джаггернаут. Запускай. Что там? Типа.
Ребят, мне кажется, просто очевидно, он просто вот так вот пьедестал. Просто вот так вот сделал. Поэтому. Ну, финалочка была. Финалочка зачетная. Да, зачетная. На двадцаточку. Итак, в этом просто неравном бою одержала победу. Это было круто. Друзья, ну по факту я реально не ожидал, что сегодня будет. Я не знаю, кто там победил. Мне кажется, я чисто показал, что могу. Вот, но, как говорят, брат, затащил на харизме. Можно делать вещи, да, на харизму тащить. Красавец. Как обычно. Друзья, если вам понравилось это видео, подпишитесь на канал FitStars, внизу красная кнопка. Также подписывайтесь на Нормально, ребят, всем пока. Такое бывает после занятия аэробикой.